Ух ты! Это что, зима, что ли? Ничего себе! Снежком припорошило ночью. Сегодня у нас 17 декабря. Снежком припорошило нас. Вот такой у нас есть светильник уличный. Не, это не светильник, а как называется? Гирлянда. Гирлянда. Будем украшать. Готовимся к Новому году, если что. Что-то пришло нам в почтовом ящике. Помогай. Ну, 4 хорошо. Будет ярко. Да, скажи, будет ярко, будут новогодние такие красивые фонарики гореть. Скажи, мы будем любоваться ими, да, мой сладкий? Вот, сейчас она будет грызть их. Сейчас мы... Так, Бонечка, Боню нельзя. Я же ничего не буду делать. Я же такая хорошая девчоночка. Боня, нельзя, говорю. Потом гореть не будут фонарики. Кто тут балуется? Кто балуется? А? Где такие глазки красивые нашла? Такая красавица у нас. Такая красотулька, да, Вонечка? Воня. Вот. Куда собралась? Опять на машине ехать хочешь? Боня. В твоих глазках можно утонуть. Лёлик бессовестный. Ай-яй-яй. Бонечка, видишь, что творит? Да они уже ее всю замучили. Смотри, как они тут разорвали этот. Так, верхняя гирлянда готова. Сейчас мы еще хотим вот на это окошко гирлянду прицепить. О, все работают. Вечером будет красиво. Сейчас пока светло, не очень-то видно. А вечером я сниму, будет вообще шикарно. Здорово. Так, вот такую купила наклеечку на окошко с оленями. И вот так приклеила. Не знаю, видно, нет. Вот, сдалека сейчас покажу. Смотрите, олени так на окошечке. Красивенько. Все эти гирляндочки загорятся вечером. Ой, у нас соседи на улице оформили все красиво дома в прошлом году. Мы первые купили вот эту гирлянду и, значит, оформили дом. И ни у кого не было, ну, на улице таких штучек. А сейчас мы смотрим, мы еще не оформили дом. Смотрим, у всех уже дома оформлены. Как здорово, это все-таки заразно, когда красота. Красота и доброта, она заразна. Мне это очень-очень приятно, что люди тоже стали оформлять так красиво дома. Тише, мой хороший, тише, лечиться надо. У тебя животик болит. Давай, зайчик наш, давай. Тише. Давай. Тише. Вот так. Все, зайчик наш. Вот такой хороший мальчик. Да только носика не будет. Давай, беги. Не страшно было? Лекарства мы ему даем, фаразолидон от поноса. Он что-то у нас 2 дня поносит. Эти-то все индюшечки нормально.
А он поносит, поэтому приходится вот прям со шприца ему заливать. Этот клюв открываю и заливаем. Ну, так-то вроде водичку пьет, вроде старается кушать, но все равно мне не нравится его стул. Вот такие вот дела. Ну, вроде не испугался, все нормально, слава богу. Боня, ты что там кушаешь-то? Ты уже на комбикорм перешла или что, зерно кушаешь? Или мышек ловишь? Так, курочки, я вам что принесла? Запаренные зернышки. Ну-ка, давайте будем пробовать. Понравится вам? Давайте. Боня, ты что, тоже будешь пробовать запаренные зернышки? Ой, ты моя-то. А, она мышку все-таки смотрит. Там, по всей видимости, мышка где-то. Ну-ка, давай посмотрим, Бонечка. Где там мышка? А, точно, слушай. Смотри, смотри, мышка под деревяшкой. Мышка, мышка, давай. Боня, лови, лови мышек. Видишь, на это, нарыли дырочек, видишь, а она чувствует. Я думаю, что она сидит возле этой еды? Ну, пусть открыто стоит, она здесь покараулит немножко их. Ах, эти мышки. Ах, эти мышки. Что, нравится вам зернышки запаренные? Давайте, клюйте. Пойду индюкам тоже дам. Все, зернышки будем запаренные пробовать? Сегодня горячей водой их напарила. Пусть пробует, кушает. Индюкам тоже насыплю. Много не буду, если не будут есть, значит, по крайней мере, хоть не пропадет. У индюка хоть голова, слушай, покраснела. А то вообще бледный был, как не знаю кто. Куда ты наступаешь на кормушку? Юринда. Я стремянку ставила подальше, чтобы шов не это, над головой не было. На вытянутую руку у тебя нормально пойдет. Так, мы замазали один шовчик, здесь будет треснутый. И закрасим потолок, все, он будет готовый. Ковыряли эту стену и прошли ее грунтовкой. Вот это. Привет, работник. Ты делаешь? Я? Ну я что-то поштукатурить на полу пришел. Для прикола. А, это... Которая тогда была трещина, да? Между швами. Дизайнерская лампочка. Ничего, у меня уже 2 года дизайнерская лампочка. Дома. Короче, там капает, надо ждать, пока сейчас капает. Возможно. Сантехникой занимаетесь? Да, он делает кран для стиральной машинки. А что это у вас за такой инструмент прикольный? Это там, где мы купали кран, где мы машинки туда лезут, дают 150 рублей. Тут не покупать этот сварочек, там же низкую пластику. Угу. Доверяю за 150 рублей? Да, прямо сама ее предложила, говорю, делайте. Вам очень терапевтично делаешь. Ну, думаю, что надо весь полностью поставить и готовить. Если вы еще не знаете, где здесь мусорка, сейчас пакетик, чуть туда поставлю. А ты тут красить будешь, да, еще или что? Да, здесь вот тут замашем вот эту стенку-то, которая была промокшая, папа там изоляцию сделает. И все, я зашпаклюю, зачищу, загрунтовали, видишь. Такой же цель, кстати.
Видите, на окнах даже эти еще не оторваны. Пленка не оторвана. Здесь все. Надо тут все мыть, чистить. Короче, в квартире-то, наверное, никто не жил. Ни разу не мытый окна. Заехали за мясом сегодня, свинина по 179 купили. И олени так красиво смотрятся. Оп-оп-оп. Да, красивые олени. Это вот переднюю часть дома. А на улице дождик капает. Ну, это, конечно, сегодня только 17 декабря. Смотрите, как мы украсили дверь, окошко. И вот такие вот огоньки. Мы в прошлом году также украшали, но не было у меня вот того венка на двери и на окошке не было. Очень многие на улице тоже поукрасили дом. Дома свои.